Установим GNS3 на Windows. Вот у нас, собственно, программа, которая устанавливает нужный GNS. В принципе, мы можем ее скачать и запустить. Мы можем также поставить с помощью менеджера пакетов. Так. Побольше делаю. Угу. Шелка. Install. GNS3. Ну, собственно, это скрипт отрабатывает. Вот тот, вот, который... он отключает почему-то GNS3 Desktop. Он нам нужен. Это выбор виртуальной машины. Так, устанавливаем. Значит, можно любую выбрать виртуальную машину. Давайте вот VirtualBox выберем. Если у вас Hyper-V установлен на Windows, его можете выбрать. Ну, это у нас библиотеки ставятся разные. Вот GNS. И скачивается виртуальная машина. Если у вас ваша аппаратура Hyper-V поддерживает, то можно также, может даже удобнее Hyper-V поставить. Для этого вам нужно его активировать в компонентах, потом установить. Но правда, тут следует заметить, что он конфликтует с другими гипервизорами. То есть вы никакой другой гипервизор не поставите. Не будет хорошо работать. Так, финиш. Wireshark он скачивает. Wireshark нужен для работы будет, конечно. Библиотеки. А вот это Кимю. Но тут у меня он не прорабатывает, потому что у меня в виртуальной машине все. Да, вот он показывает, что что должно быть. Вот Hyper-V у меня тут отключен. И тут не все, что нужно, подключено.
это поддерживать, поэтому он не установился. Так это нам не нужно. Cancel, значит, мы ускоритель нам оказался не нужен. Convert viewer. Next. Так, это у нас Stellar Wines. Это типа пути коммерческий вариант. Не нужно. Не стартуем, естественно, GNS. Так, это нам тоже не нужно. Пакуем. Давайте мы. Значит, загрузки. Распаковка, извлечь все. Извлечем. Так, а у нас VirtualBox-то нету. Так, install VirtualBox. О, уже распаковал. А мы тем временем VirtualBox ставим. Угу. Так вот эта папка у нас. Значит, если вы гипер-в ставите, то там, по-моему, просто скрипт create virtvm, его вы запускаете и создаете виртуальную машину. А тут мы запускаем файл импорт конфигурации. Давайте мы его находим, где у нас загрузка. Вот, генерировать новые MAC-адреса. Давайте импорт сделаем.